плохое уличное освещение на территории 4 детских садов Дзержинского района. Об этом сообщили жители Вагонки в прямом эфире программы «Разговор с городом». По поручению мэра Владислава Пинаева, сотрудники компании «Горсвет НТ» установили более 60 новых светодиодных фонарей. По поручению Владислава Юрьевича Пинаева мы производили замену наружного освещения в 4 садиках. Это на Пихтовой 43 и на Чайковского 125. Современные фонари, то есть они не перегорают, как обычные лампочки, поэтому лучше, скажем так, что мы могли купить, чтобы у нас потом не возникло проблем, и мы не меняли их так часто. По словам родителей малышей, хорошее освещение особенно необходимо в зимнее время года, когда темнеет рано. С фонарями, естественно, лучше стало. Все освещает, видно дорожку, уже и не упадешь, и не подскользнешься.